2015 году я вступил в ряды НЗФ, незаконно вооруженного формирования в так называемой Луганской Народной Республике. Попав туда, я убедился в действительности в полном беспорядке, что там происходит и какие люди там и чем они занимаются. Со своей стороны хочу сказать, что я очень сожалею в том, что я вообще попал в эти ряды. Слава Богу, я оттуда сумел выбраться живым. Сейчас я нахожусь в Украине. Иду по программе на ТБЧК «Люб дома». Это очень хорошая программа в Украине, которая всех нормальных людей возвращает обратно домой к обычной нормальной жизни.